Финальный бой, он, наверное, в каждом виде спорта, он и есть финальный бой. И каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль на таком, тем более, крупном старте. Был у нас план на бой, к сожалению, немножко пошел он не так, потому что с этим соперником я уже встречался, второй раз я с ним сегодня боксирую. Первый раз у нас был конкретный план, и мы его выполнили на 100%, и победа у нас оказалась гораздо легче, чем сегодня. Сегодня уже и соперник подобрал другую тактику, ну и мы немножко перестроились, конечно же. Благодаря грамотной подсказке тренера уже в третьем раунде мы третий раз, наверное, в течение поединка меняли тактику, и вот... Я думаю, что если бы мы оставили ее, как мы начали в первом раунде, то есть это вызывать и до последнего ждать соперника на ошибках, то, наверное, ничего бы не получилось, потому что меня бы, как у нас говорят, прочитали уже во втором раунде. Мы меняли постоянно, меняли тактику, делали акцент на передвижение, на скорость своего джеба левой руки. И получилось так, как оно получилось. Знаете, наверное, позволило мне выиграть то, что... Каждую тренировку я отдавался на 100%, и уже, наверное, как только стало известно, что европейские игры будут в Минске, я жил этим днем, этим финалом, мне хотелось попасть сюда, в первую очередь доказать, что бакинская медаль, она не просто так, а сегодняшняя медаль – это залог успеха, наверное.